нами один победу одержала Таисия Киреева, Уральский федеральный округ, Челябинская область. Татами номер 4 называется Ирина Жарликова, Москва, Лаура Баязитова, Уральский федеральный округ, Тюменская область. Готовится Николаева Лукашова. Татами 2 победила Салтанова Мария, Уральский федеральный округ, Тюменская область. И стала финалисткой весовой категории по 70 кг. Татами 2 вызывается Тарасова Наталья, Приволжский федеральный округ, Лялина Татьяна, Москва. Готовится Буторина Лещенко. Татами 4 победила Баязитова. Уральский федеральный округ, Тюменская область. Специалист по рации. Прошел поступление номер 4. На катании 4 Дарья Николаева. Центральный федеральный округ, Владимирская область. Одежда Лукашова. Татами 4 победу одержал Адам Исаев, Северокавказский федеральный округ. Татами 3, Моденспорт. Надежда Лукашова, Уральская федеральная область, Северокавказская область. Готовится
Селезнева Азизова. Катами 2 победила Лялина Татьяна, Москва. Татами 1 приглашает Сидоров Константин, Дальневосточный федеральный округ, Ганиев Роман, Уральский федеральный округ. Татами 2 вызывается Буторина Юлия, Санкт-Петербург, Рещенко Тамара, Сибирский федеральный округ. Татами 2 приготовится. Загитова, Бондарева. Татами 2 победила Лещенко Тамара, Сибирский федеральный округ, Новосибирская область. Вызывается Загидова Айшат, Северо-Кавказский федеральный округ, Бондарева Марина, Москва. Готовится Елисеева Бондарева. Татами 2 вторично вызывается спортсменки весовой категории до 78 кг. Загидова Айша, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан. Бондарева Марина, Москва. Готовится Елисеева Токарева. Thank you.
минутами 2. Называется Загидова Айшат, Северокавказский федеральный округ. Hell yeah.